Ясно? А почему после только у вас калибровочного теста я собиралась бы разобрать ваши центральные модули и вернуть их в инженерные калькуляторы, откуда я их и взяла. Но у вас двоих получилась очень слаженная команда. Я видела всего одну другую команду, которая была еще слаженнее. Там одного из участников пришлось уничтожить. А второй... Но... Не думаю, что хочу вспоминать это снова. Я вот это вот что-то не пойму, эту хрень. Кнопки такие. Да не кнопки, это такие. Да. Все кнопки, кнопки. Это или уровень, или это. Так мы здесь уже были. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Пизду распределительно. Вы снова тут? Может, останетесь тут жить? Можно здесь потерпеть неудачу. Это даже не тест. Беги сюда, блин. По центру беги. Хватит. Последняя стандартная зона испытаний. Я по-быстрому собрала ее для вас. Подумала, вам захочется что-нибудь посложнее для разнообразия. Меняй поляр. А она нам за стекло. Там тоже за стекло. Вот только туда надо стрелять. Слышь, что, а ну-ка выключи эту дверь. Ага, так, да, есть. О, смотри, сюда можно попасть. А ну, прыгай. Сюда портал, потом. Смотри, что это. Опа!
Дальше на трамплине. Теперь вот делаем. Быстрее, быстрее с ним делаем. Прыгай. Все, 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 пошло, пошло, пошло. Это уебался. Там еще куда-то надо стрелять. Ну, стреляй. Я не знаю, куда там стрелять. Прояви смекалку. А, блин. Что-то пошло не так? Короче, как туда надо подняться вверх, потом... Да нихуя, а как ты тут проберешься? Никак не проберешься. Вообще никак. Ну здесь, блядь, эти как-то шипы на другой стороне. Я могу туда, конечно, это поставить. Ну вот и поставь. Так, да. Тогда надо. О, молодец. Практически. Ой-о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 й-
Чё, застрял? Теперь вверх. Теперь сейчас вверх я буду. В другую сторону. И тут надо провести меня через это. О! Ну, ну, назад теперь. Теперь сейчас синий. Включай. Да, да, давай, давай, давай. Теперь желтую, желтую! Сейчас включишь желтую. Желтую включаешь. Смотри, доходит до тебя желтая какая-то штука. Бери ее в руку. Не смогу, я здесь просил.
ты стрельни куда-нибудь, она и упадет. Что? Лазером стрельни. Сейчас все пропадет, Форд! Ничего, ничего не пропадет. О, я взял. О, я взял. Ну все, теперь неси назад. Куда назад? Куда? Откуда пришел? Я не знаю, где я. А, вот. На той стороне, а ты с ней прыгнул туда, куда попадаешь. Тут вообще-то два импортала надо. Я знаю, потому что двоим надо порталы. Там с тобой пулемет еще ведется. Куда в обратку? Право. Так, ты уже здесь? Я вижу. Прыгаю туда. Да, вот туда. Теперь его надо туда переправить. Да, надо прыгать на туда. Вот так. Да. Поздравляю, вы закончили стандартный отрезок этой зоны. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы прошли еще один тест за пределами стандартной зоны испытаний. Прошу воздержаться от всяких ребяческих жестов, пока вы будете там. В конце этой зоны должна быть электростанция. Наверное, люди случайно отсоединили ее от моей сети. Уверена, это какая-то конторская ошибка. Так, ох уж эти клерки. Да,
так-то надо боком ее поставить. А, так ты можешь луч прокинуть, алё. Луч прокинь, вот этот. Вон туда. Алёшка, куда ты прыгнул? Будем надеяться, что через пару миллионов лет топливо расплавится, и энергия взрыва подаст питание на систему. И луч прокинь отсюда туда. Не ставится, блядь. И как нам? Вы думали, что выключатель где-то внизу? Ты здесь ставь, и там ставь, а больше нигде не ставь, а дальше я буду. Только ты не выпрыгивай из этой фишки. Стой в ней. Тебе тратить портал нельзя, а мне можно. Ничего. Я посмотрю, блядь. Ну подожди, я посмотрю, подумаю. А ну отойди. Я не могу, отойти вообще. Не падать не надо. Нам надо как-то в ту комнату запрыгнуть. В ту комнату, знаешь, как туда надо, блять? Вот через эти, видишь, шипы. А, все, я придумал. Пошли туда, но. Что, падаем? Да. Мы сейчас. Вы ведь не заблудились, правда? У вас такие проблемы с ориентированием. Хотела бы я сказать, что сама придумала это испытание. Портал, блин. Вот туда вниз прыгай. Видишь луч? Надо на луч попасть. Ты первый. Сначала ты попал. Ты вот эту фишку добывай, сверху добывай. А может там вот такую штучку для земли, которую, на которой мы летим? Можно, но это круче. Это круче? Да хуй знает, круче не круче. Пусть меня тут стреляет. Ой-ой-ой-ой. Давай попробуем эту штучку. Hey.
двоих. Это там перекрывай робота, валяется. Роботом перекрывай. Со стенками, видишь, там стенки. Правее стенки. Блять. Короче, город должен быть. Я поставлю портал, а ты поставишь. Пошли по коридору, тебе объясню. Короче, твоя задача поставить вот тот луч, понял? Луч. Вон ты. Чтобы луч этот был. Во. На, теперь на. Мы выживем. Блять. Пизда. Ну, что ты за мной? Они щит вот сверху, а, блядь, вот там уж сверху. На фэ нажми. На фэ. Куда дальше-то? А я ебал куда-то дальше. Так, вон туда на ту сторону, видать. Короче, надо вот этот портал. Куда, на куда? Блять, на кого кнопку? Куда спался? Сюда. Сюда, сюда. Нихуя не пропал. Я детали нашел. У меня проблема, я застрял. Прыгай в портал, блядь, у тебя портал. Ай, где? Где, блядь, сверху? Сейчас я.
Нам вообще сюда? Нам вообще сюда. Вот сейчас вот вообще твою. Подожди, а синюю ты ставил? Синюю. А поставь вот сюда что-то, не синюю, то что у тебя второе? Вот сюда поставишь, а? Не получилось. Да, подожди, сейчас. Сейчас все будет, сейчас. Я понял. Товарищ алкоголик, иди, проверяй. Я первый не пойду. Смотрю, как ты долетишь. Если вы не можете там корректировать. Нам сюда, форум. Тут есть выход. Да. Смотри, здесь опять можно что-то построить. Что там будет? А щит у нас далеко. Ну все, я понял, смотри. Я ставлю щит, ты ставишь вот эту передвижалку. Перемещалку. Вот я сюда щит поставлю. Вот сюда. Давай. Только мне его надо где-то взять. Надо назад вернуться. Сейчас я умру, и ты меня обратно сюда приведешь. Опа, щита нет. Вот сюда заступим. Надо щит достать, а мы не можем отсюда его увидеть. Можете попробовать обойти эти турели. Прыгай вверх, говорит. Может без луча обойтись? Там внизу, кстати, эта хуйня. Сейчас я попробую вниз просто пройти. Походу нам уже назад возвращаться. Ну я вот построил, а ты прыгай туда вниз и смотри, что там можно сделать. Да я не могу на ту сторону перебраться, понимаешь?
Я нашел, как на ту сторону перебраться. Ставить туда портал. Сразу? В полете. Ну давай, ставь. Полет. Все, я построил, прыгай туда направо. Ну, туда прыгаешь и направо. Куда прыгаешь, блядь? Вниз? Вниз, да, и направо. Направо, направо. Еще прыгай. Вот. Видишь там? А если сюда построить? Куда? Сюда. Хуй там, блин. Что-то я не знаю, что надо делать. Макрушкин. Что тут делать? Если бы мы в прошлой комнате могли попасть, там можно взять этот пункт. А можно, блядь, встань-ка нахуй, синий, на эту пункт. Так бы мы могли лучом перекрыть эту сушку, этих стрелков. Ну, скорее всего, так оно и надо. Тут вообще на рисунке показано, что ты типа щитом прикрываешься, видишь? Но где щит взять? Ну, скорее всего, какая-то хуета, возможно. Где щит взять? А может мы как-нибудь мусор оттуда достанем? Там вон запчасти всякие. Там ниже этот портал, кстати, есть. Ходить можно там. Долетаем до шипов. А что если я прыгну, они начнут стрелять по мне, а проскочишь ты куда там надо? Ну можно так попробовать. Ну, давай, ходи, давай. Раз, прыгай, два, прыгай. Три. Активация.
выстрелит, пусть. А я попробую здесь. Там пуль как-то будет разбиваться. А, или мы... Вот ты где. А ну подожди. Давай в обратку мне. Короче, нет, в обратку, если мы пойдем, то смотри. Вот смотри, я прохожу через этот. На меня смотри. Через дверь. И порталы пропадают. То есть все, что мы должны сделать, это здесь. Да блять, нет, нечем делать. Здесь вообще нарисовано из того. Может какой-то обильный какой-то. Потому что смотри, ты не видишь? А здесь нету такой хуйни, блин. На этом, на поле. Картинка. Ты типа щитом или дверью, блядь, прячешься нахуй от этого. От этих турелей. Ничего не понимаю. А может ты отвлечешь, а я попробую на правую сторону? Что направо? Ты отвлекай, пускай бы тебя стреляют. Не долетел. Ты давай, типа лети в этой штуке. Не, не получается. Там вниз это только назад вернуться. А нам вообще... Да. Вперед надо, блядь.
А, я нашел, куда прыгать. Вниз налево. Можно долететь. Прыгай направо, отвлечешь. Прыгай направо. Не, не дает влево прыгать. Не дает вообще. Влево не прыгнешь. Там невидимая стенка. А может над ними там где-то есть какая-то фичка? А может ниже этой платформы есть что-нибудь? Типа вот так? Нет, тоже нету. Наконец там нашли этот щит. Спокойной ночи, говорит. Так спрятали, да? О, Форан, ты тут опять что-то должен построить. Вот сразу, есть, я тебе указал куда. Есть. Нету. Смотри. Полетели. Прикольни, смотри, можно щит даже не ставить. Видишь? Потому что мы ее прошли. Потому что эти пидорасы мы закрыли. Вон, смотри. Видишь, что там? Вот на этой платформе. Форум, тут формула, ее надо решать. Давай, решай. Он находит формулу. Что тут, блядь, знаки? Мужика, короче, баба. У вас получилось. Вы включили систему. Все подключения работают. Я вижу все. Видеть, ничего плохого не случилось. Прекрасно. Заебись. Ничего плохого не случилось. Бш. Поздравляю. С завершением стандартных совместных испытаний. Чтобы это отпраздновать, я приготовила сюрприз. Еще одну особую зону, в конце которой мы находим и освобождаем людей. Благодаря вам я знаю, где их найти. Я отключила их систему безопасности и подала питание на спасательный шлюз. Теперь вам надо лишь освободить людей из заключения. Наверное, они устроят вам вечеринку. Понял? Пошли людей спасать. Алло. Наркоман! Наркоман!
Надеюсь, это просто такая шутка. Последняя зона. Тренировка, чтобы добраться до убежища людей. В остальных зонах было весело, но давайте на чистоту. Чтобы это было наукой, мне нужны человеческие испытуемые. Поздравляю с завершением теста. Вы двое – лучшая команда испытуемых, о которой можно только мечтать. Ты хуёво, конечно, напарник. Ну ладно, сойдёшь. Вам любопытно узнать про этих людей. Похоже, последние неиспытуемые оставшиеся в живых люди пытались тайно лишить свободы других людей и замести следы. Думаю, они хотели наказать их, не позволив мне включить их в тестирование. Вот почему люди не могут пройти эти испытания. Они обращаются с друзьями, как с врагами.
что нужно? На воду прыгай. Куда чё? Ой-ой-ой. Вы просто тратите мое время. Мы уже так близко. А вы чем занимаетесь? Куда? А вот здесь вот. А как я туда доберусь? А ты поставь один портал сюда. Я портал поставил. Вот туда портал поставь. Подожди, а, подожди, я не могу туда поставить. Туда поставил. Сейчас попробуем. Все, теперь жди. А, и поставь меня, чтобы я выскочил вот сюда. Тогда нет. Ставь сюда. Хорошо. Только не сюда, а вниз. Понял? О. Не знаю только, что это нам даст. А я буду прыгать, поставлю один портал сюда, а второй сюда. Давай, да? На этот портал попадаешь, когда будешь долетать туда, я поставлю второй портал. Да. Так, да? Нет, давай теперь. Да, прыгай. Вы создаете трудности там, где их нет.
Говорит, мы создаем трудности там. Портали, ты... Там нету, блядь, левее, правее какие-нибудь порталы, нет? Да не вижу, да. Можешь штаб нажать, будешь видеть, что я вижу. Надо, наверное, вот эту кашу куда-нибудь отправить. Подожди, я понял, куда вторую кашу. А ты не можешь? Ты не можешь через синюю провести портал? Вон так, ну F нажми. А через этот щит нельзя прострелить. Понял? А, я придумал, смотри. Смотри, вот смотри, блядь. Луч вот сюда переведи. Вот сюда луч переведи. И луч тот, который такой гравитационный, включи. О, теперь я запускаю. И сюда поднимись, потом. Видишь? Теперь выключаю луч. Ну, в другом месте построй, чтобы вверх не поднимало. Короче, твоя задача вовремя выключить, и в этого струя вниз пойдет, понял? Которая вверх уходит. Включи портал вот сюда. Ой, не вот сюда, вот снизу вот тут. Вот туда. Вниз, во. А теперь, когда пойдет это флякс, ты должен выключить, чтобы оно вниз упало, понял? Да. Да, там, команда. Выключай. О. А то. Трамплин. Ну теперь это трамплин. Вот сюда бросай, вот сюда ты сейчас. Где-то на курс, сюда бросай. Еще раз. Так это единственное место, куда я могу бросить. Ты сюда не бросишь. Вот сюда попробую портал вывести. О, и теперь выключишь, когда он туда полетит. Выключай. Все. Ты понял, что надо делать? Выруби луч. Вырубил? Все, теперь вставай на красную. Понял? Проблема в том, что ты неправильно никуда эту пулю выбросишь. Так ее никуда больше нельзя выбросить. Она еще нельзя выбросить, на этой пуле.
Нет. Ну так, ну да. Ну нельзя. Нельзя через луч. Нельзя через этот щит. Пропустить эту фишку. Алёшка, ты Алёшка, иди сюда. Или нет, не иди сюда. Там стоит. Смотри. Мы пускаем эту кляксу. Она падает вниз. Открываем дырку вот здесь. И она высыпается на плечо. Понял? Иди на ту сторону. Или здесь будет. И... Кого? О, держи. Сейчас мы ее пришли. Ты не допрыгивай. Далеко. Понял? Ты должен лучом перехватить, а потом сбросить вниз. И перешлать. Иди сюда, на эту сторону будет проще. Ты гудишь, блин. Ты тоже гудишь. Твоя задача вот сюда вот эту пляску. Стой, блин. Вернись назад. Шо, ну и вот туда портал делаешь и запускаешь кляксу. И оттуда кляксу запускаешь, понял? Иди на ту сторону, форум. Должен кляксу отправить. Ты не можешь через щит электрический пройти, чтобы портал. Бля, не уйди, ёбаный в рот. Стой, на месте, на месте, на месте. Я не сказал, подожди, блин. Ты Алёшка, ворон. Дальше, сейчас всё. Во, молодец. Как кляксу запускай. Запускай. Все, иди ко мне. Прыгай. Прыгай. Смотри. Оставайся там. Вон рычаг, который ты видишь. Рычаг. А ну назад, посмотри. Посмотри назад. Направо чуть-чуть. О! Давай сюда запускай. А теперь запускай сюда луч, который возле меня. Я как раз на этот луч приземлюсь. Да нет, луч. Нет. Какой у тебя луч? Короче, это, засунь цифру, я сейчас сделаю. Суицид делать. Как
готовясь к испытаниям на людях, я перечитала книгу жалоб и предложений. Знаете, предложение номер один. Менее смертельные тесты. Какая нелепость. Как они могут знать, что тесты смертельны, если смогли написать это предложение? Вон Макрушка. Ты когда мне наушники отправишь? Нихуя себе, наушники, блядь, я тебе еще должен отправить наушники, блядь. Ты помнишь, у тебя день рождения было? Чтобы попасть в убежище, понадобится все приемы, которым вы научились. Чтобы помочь вам, я сделала эти тесты в высшей степени трудными. Можно даже сказать смертельными, но для вас, с вашей удивительной возможностью восстановления, нет ничего смертельного.